Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Народ в восторге от отношений Цымбалюк Романовской и Шаляпина. Пианистка и певец отметили первую годовщину своего романа. Виталина опубликовала совместное фото с Прохором, которое вызвало восхищение пользователей соцсетей. Роман 40-летней экс-супруги Армена Джигарханяна и 35-летнего исполнителя горячо обсуждается уже год. При этом, если сначала большинство не верили в искренность отношений Виталины Цымбалюк Романовской и Шаляпина, то сейчас становится все больше тех, кто считает, что между знаменитостями действительно есть высокие чувства. Пианистка призналась, что при знакомстве с Прохором не думала ни о какой любви, а сам музыкант изначально видел в ней только возможность пиара. Ровно год назад Прохор подумал, что он хайпанул, а я вообще ни о чем не думала, написала Виталина. Подписчики порадовались за звездную пару. Несмотря на то, что и Виталина, и Прохор, судя по всему, абсолютно счастливы друг с другом, готовиться к свадьбе они не спешат. А что вы думаете об этой истории? Поделитесь своим мнением в комментариях. Действительно ли их чувства переросли в любовь? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!